Лейла. Свободными ветрами между строк мы теряем контроль. Я разгоняю волны в океане твоих милых глаз. Ты скромную улыбку свою от меня прошу, не скрой. Моя родная Лейла Лу, неземная Лейла Лу. Зачем мне нужен мир, в котором нету места для нас? Мне нужен мир, в котором кроме нас нету никого. Ведь если ты не рядом, все вокруг теряет окрас. Моя родная Лейла Лу, неземная Лейла Лу. Цвета алого заката дарит мне мотивы, что поет моя душа. Сердце пишет строки, посылая к черту разум, напевая день за днем, неземная Лейла Лу. Мы оставим наши чувства далеко за кадром. Берег обнимает потихоньку прибой. Я обниму тебя на фоне алого заката, моя Лейла Лу, нежная Лейла Лу. Великолепная композиция. Вначале она себя преподносит как восторг от любимой. Восторг от того, что ты с ней встретился. Ее видишь. И утопаешь в ее красоте. При этом, благодаря второй строчке, мы приходим к пониманию того, что Лейла, это так автор назвал музу, которая вдохновляет его. Потому что вторая строчка, она как раз об этом говорит. Дарит мне мотивы, что поет моя душа. Сердце пишет строки, посылая к черту разум. Напевая день за днем, неземная Лейла Ло. То есть так на юг, таким именем нарек автор этой композиции свою музу. И для меня, когда я композицию слушал, сразу было это ощущение музы, и даже не просто музы, а благодаря сочетанию композиций, которую создал Ксандрон, что здесь муза как любовь создатель. Зачем, как здесь было сказано мне, весь мир, если нет ощущения того, что меня породило и что меня любит безграничной любовью? Поэтому я сейчас эти строки хочу найти.
Вот, здесь они. «Зачем мне нужен мир, в котором нету места для нас? Мне нужен мир, в котором кроме нас нету никого. Ведь если ты не рядом, все вокруг теряет окрас. Моя родная Лейла Ло, неземная Лейла Ло». Здесь это посвящено именно музе. При этом вот благодаря подборке, той, которую мы сегодня слушали на музыкалке, юбилейной, посвященной 5 лет стримов без выходных, охват расширился и отклик еще больше усилился. Потому что теперь, когда я прошел 5 лет и готов еще пройти столько же, чтобы со временем отмечать 10-летие, потому что я убежден, что независимо от того, как преображается мир внутри и вне нас, мы способны идти по тому пути, который избрано сердце при любых обстоятельствах, потому что, ну, я как раз этот трек мне импонирует, то, что я бы хотел следующие 5 лет как раз и наполнить тем, чтобы это был творческий процесс. И я рад, что у меня получается делать лаватопы. Я благодарен Ксандру за то, что он поддерживает музыкалки и дает возможность все больше и лучше погружаться в музыку, делиться тем, что говорит сердце, когда слушает. Потому что мы как раз и вышли, что когда я рассказываю свое мнение о композициях, я рассказываю именно о том, что я чувствую, а не то, что я проанализировал и подогнал под общую начитанность о авторе, его творчестве и все остальное. Мы говорим именно о музыке, о том посыле, который задержится. Поэтому, мне кажется, будет сложно колыбельной композиции, которая тоже претендует сегодня от Эделис на победу, преодолеть и одержать верх, учитывая, сколько всего взбудоражено этой композиции и какой сильный для меня посыл, если колыбельная не сможет преодолеть, будет в этом, что я хочу посвятить следующие 5 лет именно творчеству. И все было это сделано для этого. Если ты достойно делаешь лаватопы, достойно делаешь трансляции на высоком уровне с отдачей душевной, то обязательно найдутся люди, которые тебя и поддержат в этом. Тем более они уже есть, но я имею в виду, что наш коллектив будет пополняться. Обязательно найдутся люди, которым будет интересно это посмотреть, потому что на это делается в первую очередь цель, да, то есть создать интересное прохождение, но именно интересное прохождение, так как лежит душа, так как она откликается на игру и какие правды в себе несет эмоции игра. Если она несет в себе утомляемость от себя, то это тоже передается. То есть это именно прохождение, которое сделано не для шоу, а для откровенности. И опять же, здесь мне эта композиция в этом плане импонирует. То есть быть откровенным, быть наполненным музой, вдохновением, любовью создателя. Следующие 5 лет, а возможно, и всю бесконечную, бессмертное странствие души. Возможно, даже наше совместное странствие. Потому что здесь я почему говорю «возможно», потому что выбор каждый делает самостоятельно. Я просто могу быть благодарен всем тем, кто помог мне проявить этот путь, кто поддерживает меня на этом пути и вместе со мной испытывает те моменты радости, вместе со мной преодолевает те моменты какие-то недопониманий. Это все большой дар, за который я благодарю.